Евгений Петров подтвердил свое звание одного из сильнейших масс-рестлеров региона. Он поднялся на пьедестал открытого турнира по масс-рестлингу среди студентов Москвы и Московской области. Люберчанину удалось одержать победу в весовой категории свыше 90 килограммов. Евгений Петров известен в округе как приверженец силовых видов спорта. Так, в сообществе армлифтеров он носит звание «Элита России». Евгений заботится не только о своей спортивной карьере. Он играет роль наставника для начинающих спортсменов, серьезно настроен вырастить чемпионов из талантливых люберчан. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.